А поки що будемо рухатися далі нашим ефіром і говорити будемо також про воду, але вже у більш значному сенсі цього слова. Про водні ресурси будемо далі говорити, а саме з приводу нашого Куяльницького лиману. І от яку ми маємо інформацію з цього приводу. Екоактивіст Владислав Балінський розповів про плани влади забудувати саме наш Куяльник, Куяльницький лиман. За словами Владислава Балінського, на сесію у Красносільській об'єднаній територіальній громаді буде винесено питання про зміну генерального плану села Корсунці з метою будівництва дороги для відводу з міста вантажного транспорту. От таку маємо інформацію, це стисло. Зараз більше з цього приводу, власне, дізнаємося у Владислава Балінського. Він вже на зв'язку з нашою студією, громадський активіст Владислав Балінський. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Добрий день, добрий день. Тож, могли б ви нам трохи більш розлого розповісти про цю ситуацію, які питання сьогодні будуть розглядати на сесії, про яку саме дорогу йдеться, як, де вона має бути збудована, хочете більше подробиць дізнатись? Да, річ йде о сесії Красносельская ТГ, и, которая включает в себя несколько сел, находящихся буквально на границе Одессы. Это Ильичанка, это Красноселка и это Корсунцы. Еще ряд сел, но они находятся в стороне. И поскольку эта территория граничная, то она подвергается очень сильно давлению со стороны города, со стороны застройщиков. Но происходит это абсолютно без учета мнения местных громад, потому что все вопросы имитируются. Что сегодня выносится на сессию? Выносится, во-первых, принятие генплана и генплана села Корсунцы. Это то село, которое включает в себя поселки Шевченко-1, Шевченко-2 и находится вот так вот на самом побережье Куяльника, левее объездной дороги. Если мы едем по объездной дороге, проезжаем Хаджибеевскую дамбу, едем вдоль Куяльника и вот проезжаем подъем, за кладбищем есть поворот, это как раз поворот на Корсунцы. А вот непосредственно перед подъемом с пляжной зоны, там вот есть точка низкая, которая находится фактически на уровне пляжа на Куяльник. Вот. Так вот, этот проект строительства дороги, он предполагает, что он начнется там. И внизу по ложе лимана, по пойменной части под обрывами, предполагают провести четырехполосную 24-метровую дорогу вдоль лимана, мимо Шевченко-1, Шевченко-2, и вот так 1,5 километра пройти вдоль лимана и выйти уже туда вот на Светлое. Этот проект один из шести проектов рассматривался еще в прошлом году облавтодором, но был, в общем-то, отклонен как наименее удобный, поскольку речь шла, экологи тогда высказали свое мнение, что будет очень сильно подвержен загрязнению. Перервався трохи зв'язок з Владиславом. Будемо зараз його намагатися налагодити якось і почути до кінця думку пана Владислава. Нагадаю усім глядачам, розмовляємо зараз про долю Куяльницького лиману. Як він вже встиг нам зазначити, довкола нього, саме біля води, як він зазначив, планують начебто збудувати нову дорогу. Трохи згодом дізнаємося деталі цієї історії. Є вже знову на зв'язку пан Владислав. Пане Владиславе, продовжуйте, будь ласка. Да, и вот он был отвержен, но, как вы помните, в прошлом же году было принято решение о том, чтобы присвоить статус национальной здравницы Куяльницкому лиману. Этот статус присваивает Министерство здравоохранения, поскольку курорт имеет значительное значение как бальнеологический курорт.
Параллельно мы слышали уже в этом году о том, что принялся проект постановы Кабинета министров о том, чтобы присвоить статус национального природного парка. Но процедурно вопрос присвоения национального природного парка предполагает подготовку документации со стороны обладминистрации, и эта документация потом ложится на подпись под указ президента. Так вот, наши чиновники, очень, так сказать, предприимчивые, хозяйственники так называемые, они посчитали, что можно под видом строительства дороги за бюджетные средства построить ее таким способом, чтобы значительная часть территории была очень удобной и доступной под застройку. Причем, ну, если бы это касалось реально интересов громад местных и так далее, то это одно. Но в данном случае речь идет о противозаконных, в общем-то, решениях, потому что речь идет о землях водного фонда и речь идет о застройке, собственно, непосредственно водного объекта. Дорогу предложили соорудить на цепной части прямо по дну лимана. При этом проект предполагает дальнейшую застройку вот этой отсыпи. То есть они на месте Лузановских озер, вот там мелководная часть, которая примыкает, ну, фактически это часть Куяльницкого лимана, но в этой части она имеет такой мелкий вид, потому что это бывшие испарительные пруды для производства соли. Это еще в позапрошлом веке Лузанов занимался там соледобычей. Так вот, эта мелководная часть достаточно удобна для отсыпки. И, судя по логике решения, эту всю часть решили застраивать высотными комплексами. Именно для этого сейчас уже в спешном порядке используют Укравтодор как таран, для того, чтобы начать эти работы, и в последующем уже никто не сможет их остановить. Вот такая логика, но это преступные решения, во-первых, потому что они абсолютно противоречат действующему законодательству, во-вторых, потому что они противоречат логике, они смыслу здравому противоречат, потому что ну, водный объект, он не может ну, так вот развиваться, чтобы в одной части он застраивался непосредственно. Но у нас же не Венеция, в конце концов. И то там дома строились 400 лет назад. Вот. Чтобы застройка ввелась в одной части, при этом сам водный объект оставался здравницей и национальным природным парком и так далее. То есть, естественно, что это будут загрязнители мощные. Естественно, что для того, чтобы такие проекты продвигать, нужна экспертиза и так далее. Но и процедурные нарушения, потому что получается, на сессии вот сейчас Красносельской ТГ принимается генеральный план села Корсунцы. При этом вот эту территорию, земли водного фонда государственного значения, скорее всего, хотят включить в границы населенного пункта. И уже следующим решением на этой же сессии внести змены до генерального плана и дать, скажем так, тех задания Укравтодору для разработки этой проектной документации. На самом деле все это махинации, манипуляции, и сделано это так в несколько шагов для того, чтобы избежать ответственности, разделить ответственность, потому что сам генеральный план, он предполагает достаточно, ну, серьезный анализ. В конечном итоге он слушается на градсовете, и он должен плюс-минус соответствовать требованиям ДБН, требованиям профильного законодательства. А вот изменения, которые вносятся, там будет прописано. Хочете також уточнити у пана Владислава останнє питання, чи зможе він також стисло відповісти, що зараз будуть екологи робити, аби не допустити цього. Пане Владиславе, маємо до вас питання, чи можемо ми стисло так, чи можете стисло відповісти, що зараз саме будете діяти, аби не допустити будівництва цієї дороги? Ну, во-первых, хочу сказать, что люди после того, как узнали, на самом деле 26 депутатов
всего лишь 7 депутатов из 26, они в оппозиции к действующему главе. Вот, и они донесли это до людей, до своих избирателей, и встреча с облавтодором сказали, что они будут ложиться под трактора, что они будут жечь технику, но они не допустят. И действительно, люди настроены решительно. Мы максимально подползти до экологических активистов данную проблему, и насколько я знаю, на это заседание пане Владиславе, на жаль, маємо дуже поганий зв'язок. Врешті, бодай почули початок вашої думки. Знаємо, що ви сьогодні будете на мітингу саме біля цієї сесії. Там будуть наші кореспонденти. Будемо відслідковувати разом з вами цю ситуацію. Наша вдячність Владиславу Балінському за те, що він доєднався до роботи нашої студії. Ну і будемо продовжувати наш ефір.